Говорит, лезь через балкон. Я через балкон думаю, блин, капец, она так высоковато все равно, знаешь. Залез, Мила открыла, я отдал ей ключи там. Открывай, они. Она открыла ключи. А это когда было? Это не тогда, когда мы крутились. А мы едем туда, дом-то я вижу, и мы ищем, где припарковаться. Здесь нигде не припарковаться, кстати, сложно. Здесь великолепная стоянка, громадная. Вся занята, вся. Мы... Да, там можно всегда. Да? А мы, наверное, до нее не доехали. Да, может, мы не доехали. Мы до нее не доехали. Я смотрю, Мила с Самвелом ходят около дома и заглядывают на окна. И так вот, там, кажется, мы на балконе. Я не пойму, что они там высматривают и так дом трогают. Как будто на дом кто-то хочет из них полезть. Я думаю, может, я потом полез. Да, может, обшивку, изоляцию. Жалко, что вы не это самое. Не, ну... Он как Николаус в красной куртке. Да, да. Мы вас и заметили, потому что вы оба в красной куртке. Да, я их перепел, как петух. Вот мне с Украины пишет, может, не надо красную. Ага. Я говорю, одевай, будем вдвоем, как два фасада. Красная. Ничего страшного. Да хорошо, красивый, мне нравится. Красивый цвет, мне нравится. И мне нравится. Его куртка. Жизнь утверждаешь. Спасибо вам большое, что вы приехали. Да, а мы очень рады знакомству. Мы хотели с Авелом познакомиться лично. Спасибо. Мы 6 лет смотрим твой канал. 6 лет. Да, вообще 6 лет его нема. Дох, больше 5 лет. Ну, больше 5 лет. Да, ну 6 лет можно сказать. Всей семьей, между прочим, смотрим. Спасибо. Когда дети приезжают на выходные, мы обсуждаем твои видео. Ой, и поцелуй. Ой, мамушка. Это контент. Потому что сам... Я тогда тоже. Целуйтесь, господа. Потому что я мечтал встретиться. Ты представляешь, если ей говорю, иди смотри, она говорит, мы 5 часов утра уже видели. Ну мы же смотрели сегодня, да, встали сегодня утром, все быстренько посмотрели и рванули. Пока собирались, мы смотрели видео, да. Володя. Ну все, едем дальше. Да, интернет хороший. Там, а вот сейчас. Тоскана. Шикарный прям. Ну, по-моему, он только в лобби вот есть. Ага. Wi-Fi. Потому что мы в номер прошли, у меня на мобильный переключилось. Поэтому если тебе загрузить надо, то выходи вниз. Но, в принципе, я говорю, 30 минут видео, оно там 30 минут примерно. Это нормально. Ну все, едем во Франкфурт. Да. Ребрышки вылазят на лоб. Спасибо вам огромное, что приехали. Так приятно. Мы, если бы не приехали, я бы тебе... Джума рассказывала все. Ой, мальчика это обязательно. Они такие хорошие. Олечка, тебе мед тоже? Нет, я только чай. Люба тоже, приезжайте в гости. Ждем всех с Киева. Она быстро так раз и уехала. У нее обширная программа была. Там. Я не знаю, как она справилась, как у нее ноги выдержали. Столько бегать, это вообще... Я бы не выдержал. Она... Допустим, сегодня мы легли в 3 часа ночи, завтра уже в 6 утра она где-то бежала на поезд и ехала, вот, а потом уже смотришь видео, делает. У нее такая трудоспособность, ну, трудолюбивая женщина, я говорю, что познакомился. Мила нам наливает винца. Ага, такие эти какие-то пенечки. Это шикарных таких. Они есть и у нас, просто там шоколадные поцелуйчики. Я тебе скажу, мы так себе держи бутылочку и приговорили. Да, а, ликер все, да? Да, у нас, молодцы. Я когда приехал, мне знаешь, как сделали? Мне ставят на лопатку, у нас на три. Его так вот и размазывают по лицу. Вот это да. Шкас делает такой. Оно с кремом. Это такая традиция. Вот, ну, это прикалывается. Мы так делаем. Ты держишь на ладошке, он тебя берет и так. А потом еще глаза закрывают. Игра такая есть у немцев, да, что... Кормить надо друг друга, накормить вот этими поцелуйчиками, завязывать друг другу глаза, и ты вот не глядя начинаешь кормить. И измазываешь. Они же мягкие, они как это... А я думал, они твердые. Нет, они там суфле внутри. Да, суфле там внутри. Я же тебе говорила, я хочу, чтобы ты попробовала. Они у нас тоже есть. Просто я уверена, что ты не пробовала, и тебе будет интересно. Они есть белые, есть черного шоколада и есть молочный. Вот это молочный шоколад. А как... Есть еще белый шоколад, нет, есть черный шоколад. Я и молочный не люблю, а белый так вообще не стоит в вопросе. Вот. Это самое мед. Такое более-менее. А вот приличное. Тебе, Володя, положили в розеточку мед. Это суфле, короче. Да. Очень вкусно. Да, ну, точно, не птичье молоко, а что-то другое. Суфле. Да, это суфле. А это... А это получается мятный шоколад с апельсиновым вкусом еще. Мятный шоколад с оранжевым. Да, с апельсиновым вкусом. Вкусные какие.
Я вот. Знаю, что ты мяту не любишь, но ты это попробуй. Володя, попробуй. Закрываемся, мы будем есть. Сводили нас Франкфурт, красивый город тоже. Нет, но мы с утра сегодня покушали у Милы. Сегодня Мила нас покормила очень хорошо. Наверное, на видео уже есть. Очень приятная женщина, кстати. Мы ее знали только по голосу с канала Самвела. На самом деле очень приятная женщина, очень много знает. Ну, в Германии уже достаточно времени она прожила. Правильно, так я говорю. А то ищут во мне недостатки, а во мне недостатки. Она правильно. Мы такие красавчики, попа, да. Столько разбирается в картинах, в антикварии. Да. У нее интересная коллекция дома, да. Не скажу. Шлантик, я хорошо была, Камила только заслухала. Это точно про меня. Не скажу, на сколько миллионов евро, так что обращайтесь к ней. Ты так начинаешь говорить, что я начинаю тоже в это верить. Рассказывайте. Шлантик, хорошо, так язык подвешен. Не скажешь, что тебе надо, типа, знаешь, как презентовать, вот что-то рассказывать. Не, ну на самом деле, я же не вру. Не, Мила хорошая, правда, хороший человек, просто что... Почему-то так, может, я как-то так снимаю, подкалываю Милу где-то там. Ей нужен свой канал. Не надо. Вот это мне вообще... А что, это будет идея? Канал Милы без Милы. Оригинальный канал. Канал Милы без Милы. Ну да, она ж не показывается. Ну, канал нумизмата или кто они? Нет, нет. Канал местной антиквариатчицы. Нумизмат — это монеты собирают. Нет, монеты. Антикварщик. Я не буду этого. Антикварщица Мила. Все. Барахольщица. Да. А что, между прочим, это идея. Я эту идею на миллион. Уже забыла. Не только... А была такая идея? Нет, у меня такой не было. Я знаю, что я... Это нужен труд. Нет. Систематический, достаточно большой. А я уже ленивая. Нет, вы не ленивая. А что? Вы просто решили руки сложить. Хвост пистолетом. А у меня и так. Ты посмотри на меня. Вот я тебе уверяю, что редкая может со мной сравниться, нет? Правда. У меня маме 68 лет. И что? Она шустрее немножко. А? Она шустрее. У той. Мила, не знаешь, что сказать. Не, ну мама... Я такое не люблю. Я люблю, когда меня хвалят. Это разные направления. Мама — это мама у тебя. Она у меня звездочку с неба достанет. Она все что угодно провернет. Не, ну теща — это совсем другое, подожди, направление. Ты не путай. Нет, но она не антикварщица, нет. Она другое. Ну она... да, ей огород. Антикварщица — это уже кругательство. Знаешь, антикварщица, что-то такое... А этот ценитель вещей высокодуховных... Это вообще прелесть. Ну все, мы приступаем к прелести и отключаемся. На здоровье, друзья. В центре города можно посмотреть, что творится. Да. Во всех закоулках. У нас... Елочные игрушки хочешь? Да. Мантик, хочешь тебе концерт? Не надо, оставь ее. Нельзя? Не надо, пусть. А чего? Да, зачем она нужна? А я вот тут хочу. На память. Горя не отберется. На горя не, что, нельзя, да? Не, ну, что, нехай Бог милый в краске. Вот это Европа. Не надо из-за этого ходить. Кино и немцы. Давай тогда у тебя оленя. Вот оленя, да. Это не каблуки. Покажу, подпишись. Нифига себе! Теперь покажи у своего диджея. Дикого кабана переведи на него. Вот кабана. А что тут происходит? Ой, Дед Мороз, смотри. Санта-Клаус. Дед Мороз. Санта-Клаус. Дед Мороза тут нема. Пришли в театр. Город Висбаден. О, идем, гуляем, красота вообще. Друзья, очень понравился мне город. Очень понравился мне Самвела Домян. Очень хороший человек. Мы в восторге действительно от знакомства с таким человеком. Как говорится, много раз услышать и один раз увидеть — это совсем разные вещи. Очень хороший человек, душевный, с юмором, никакой грубости. Вот, сейчас мы идем в театр.
театр города Висбаден. И Самвел хочет посмотреть театр. Может, найдет себе здесь работу и останется. Жалко, темно. Огни не передают, конечно, всей красоты. Надо днем здесь побывать, поснимать. Смотрите, наверху там вон, поприближая, какая пантерка. Статуи, колонны. Очень-очень красивые места здесь, много мест таких. А здесь гримерка, наверное.